Right to Life presents. На протяжении многих лет собака служила верой и правдой в одном из автосервисов в Сан-Хосе, Коста-Рика. Автомеханик, владеющий собакой, не просто не заботился о ней, но и откровенно издевался над животным. Так, Кала все эти долгие годы была привязана на очень короткой цепи, которая не позволяла ей даже расслабить голову для сна и едва не душила ее. Он забывал кормить свою собаку, когда она заболевала, не возил ее к ветеринару, состояние Калы ухудшалось с каждым днем, от истощения она едва держалась на ногах. К счастью, в жизнь Калы вмешались неравнодушные соседи. Они сообщили в полицию о неблагоприятных условиях содержания домашнего животного и обратились за помощью в территориальный приют для животных. Спасатели оперативно доставили умирающее животное к ветеринарам, где ее начали лечить от истощения, а также залечивать раны от удушья на шее. Полный курс восстановления Кала прошла в центре территории Ди и Загуатес. Процесс восстановления шел медленно и мучительно. Помимо физических травм, у Калы были и серьезные эмоциональные проблемы. Она была очень недоверчива к людям и к другим собакам, но со временем научилась доверять и собакам, и людям. Уход за ней был болезненным как для нее, так и для нас, делятся спасатели. Но в конце концов она поняла, что после боли приходит любовь и забота, поэтому научилась справляться с этим как чемпион, заключают они. С каждым днем Кала все больше проявляла свой характер, становилась игривее и открытее. Но на этом испытания для Калы не закончились. В июне текущего года в приют для животных пробрались недоброжелатели, которые накормили собак отравленными сосисками. В результате этого погибли 16 собак, Кала тоже съела отравленную сосиску, но чудом выжила. Может быть, доза яда была недостаточной для крупной особи. После отравления Кала боролась с неврологическими заболеваниями, но сильная телом и духом она все пережила. Кроме того, она дождалась своего настоящего счастья и была принята в любящую семью. Спасение Калы – эпическая битва добра против зла и ненависти против любви. В конце концов, как и всегда, любовь побеждает, заключает батл. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.